Всем привет! На связи обучающий канал «Создать сайт». В сегодняшнем видео я расскажу об очень крутой возможности создавать сайты на WordPress без подбора тем. Это особенно актуально в сфере создания лендингов на системе WordPress или в том случае, когда не получается найти подходящий вариант шаблона под ваш проект. То есть имеется возможность создавать абсолютно любые сайты с любой структурой и дизайном без привязки к шаблонам. Но сначала хотелось бы напомнить, что если вам нужна моя помощь в создании сайтов или вы просто хотите проконсультироваться, то смело обращайтесь ко мне. Итак, рынок создания сайтов собственными руками делят конструкторы сайтов и готовые движки. Особняком на платформе движков стоит система WordPress. Я уже неоднократно рассказывал о каждом варианте создания сайтов. Конструкторы сайтов – это такие платные сервисы, на которых вы можете собрать в большей степени одностраничный сайт, то есть лендинг, обычными перетаскиваниями как конструктор. Создание сайта на самом популярном движке WordPress заключается в следующем. Вы выбираете самый подходящий для вас готовый шаблон сайта, который максимально близок вам по структуре и дизайну, и адаптируете его под себя. Плюс у конструкторов один – это простота создания, а минусов хоть отбавляй. Это ежемесячная плата за пользование сайтом, трудность восприятия поисковиками таких сайтов, но самое главное – такие сайты не принадлежат вам, и никто не даст гарантию, что они завтра будут работать. WordPress'ом дела обстоят лучше. Эти сайты являются вашей собственностью. На WordPress можно создавать не только одностраничные сайты, но и интернет-магазины, блоги и корпоративные проекты. Поисковики очень любят движок WordPress, и поэтому вы с легкостью сможете пропиарить свой сайт и продвинуть его в поиске. Но у WordPress есть одна такая как бы проблема. Пока вы выберете подходящий вам шаблон, пройдет немало времени, а может быть и вовсе вы не найдете нужного вам решения. Или найдете подходящую тему оформления, но только вот эта тема будет платная, и вам придется раскошелиться. Так что же делать? Есть одно очень классное решение на системе WordPress, которое просто убивает сам смысл использования конструкторов сайтов. С помощью этого решения вы сможете собрать абсолютно любой сайт на WordPress подобно конструктору, но только в данном случае ваш сайт будет принадлежать вам и его можно будет продвинуть в поиске. И что самое главное, вы сможете создать его даже без поиска нужной темы оформления. То есть вы сможете даже создать классный сайт на самом простом базовом шаблоне, который представляет из себя белый чистый лист. То есть вы получите такое решение, как будто бы использовали конструктор сайтов в том случае, если бы поисковики его поддерживали и этот сайт принадлежал бы именно вам. Это на самом деле такая золотая середина между движками сайтов и конструкторами. Я даже скажу больше, это просто убийца конструкторов сайтов, ведь использование их теряет всякий смысл. Итак, вам, наверное, уже интересно, как же создать сайт с помощью этого решения. Я запускаю интенсив «Убийца конструкторов сайтов». В обучающую программу возьму не более 15 человек. Запуск 3 мая, стоимость участия очень смешная, всего-навсего 900 рублей. За всеми подробностями пишите мне в личку, все ссылки есть в описании. На этом интенсиве я покажу вам, как на примере лендинга можно создать сайт с чистого листа без применения навыков программирования простыми перетаскиваниями блоков. Кроме того, я раскрою все секреты создания с помощью этого метода блогов и интернет-магазинов и расскажу, как создавать интересные сайты вообще без применения тем оформления. Итак, записывайтесь на интенсив, количество мест ограничено. До встречи на интенсиве!